Так, Витя, давай, протаптывай брод. Ты знаешь дорогу тут? Да ты повис здесь на машине. Надо было чуть-чуть тебе перестроиться, нырнуть в эту колею. Попробуй назад, с раскачки. Мы за помощью, ждите нас здесь. Блять, Руслан, дай ему помогу. Иди. Да нет, он не. Не он мертвый, да? Вот ты и не спасешь. Он мертвый, брось его. У тебя нет до трех. Ладно, три поршня есть у тебя запасных? Только если три поршня у тебя есть, тогда ты ему поможешь. Ты помнишь дорогу, Витя? Ты что-то там глубоко ты нырнул. Так, мы идем на оффроуд. Сегодня оффроуд пешком у нас, да? Отдохните, пусть машина остынет. Через 40 минут мы вам поможем. Все, что надо, сделать. Спас ты его, он немножко сбился с маршрута. Так, все, пошли. Да. Так, мы преодолели первую лужу. И идем на оффроуд. Нормально, слышишь? То мы хоть на легковых тут ездили, а теперь уже пешком. Теперь уже пешком. Скоро так до велосипедов, да? Да. Красота. Так, мы достигли второй. Так, давай, ты пока... Я тебя снимаю, а ты идешь первый. Тихо, дети смотрят. Нормально идешь. И я с тобой. Смотри там, чтобы не застрять. Вот, по-моему, здесь застрять. Ну, не знаю. Не-не, тут, кажется, можно правее надо и уходить. Классный у нас сегодня оффроуд. И расход топлива небольшой, да? И машины целые. И машины уже целые. Не совсем. Ой-ой-ой-ой. Опа. Что-то глубоковато в этом году. Дожди были. Я уже слышу звук. Кто-то идет навстречу к нам. Что, все? Ну да. Провалился? Ой. Набрал? Не, Руслан такой. Себе соединен. Я попробую вправо уйти по камышам. Тут было правее. Можно было идти. Все, я уже тоже набрал. Я уже тоже набрал. И это была ошибка. А Витя прошел. Здесь легче было плавать. Плыть было легче. Да. Жабы квакают, красота. Так, судя по звуку, они срезают. Тут есть срезка новая. Через болото. И непонятно. То ли они тут режут. Попробуем пройти здесь. Тут рубилово. Серьезное тут. Когда мы ехали последний раз, с нами были спорты, Нива. Так, что-то глубоковато становится. Я тут не прохожу. Не, в объезд не поехали, они тут. Не прошел. Набрал во второй сапог. Так, ну вот эта серьезная банда показалась из-за поворота с именинником. Неплохо. Ага, у вас на веревочке. Сломался? Сломался? Все? Нет, слава богу. Грибок задний. Задний грибок. Так, ну, передовой отряд прорвался. Остальные все дальше. Ну, придется идти все-таки по этому болоту. Уровень высокий. Сапоги не подходят для этих условий. Или я неправильную траекторию. Вот сейчас пробую по другой. Это более правильная, насколько я. Там аккуратнее, потому
этому боку будешь идти. Я понял. Я надеюсь, я успею выйти. Так, а Витя уже там. Очень жестко в этом году. В отличие от прошлых лет, май был хороший. Так, ну дошел я. Люди загорают, им хорошо. Так, а тут вся банда вот уже показалась на горизонте. Зрители тут наши смотрят. Так, чероки сегодня вижу есть. Крис лебедится. Да. По сравнению с прошлым разом стало повеселее. Тут люди на лодках рядышком. Это дело почище. Хорошо идут. Так, чероки нырнул. Красиво, но не проехал. Лебедка. Вот серьезные джиперы нашлись. Вот еще привет. Оригинальный Китай, смотри, как едет. Там надо было ехать. Зачем вы приедете? Братан, аккуратно. А вот и монстр. Есть. А теперь ГАЗ-63, но тут все просто для него. Красиво. Крис, отойди, отойди, Крис! Ух ты, как он идет на сильверах 35-х. Да. Вот вам и Great Wall. Выскочил. Круто. Ну да, там... Не, все. Кто это? Привет, поздравляю! Привет. А куда вы едете? Прямо? И меня возьмите. Пневму поднять или не надо? Опа! О, тут сделали дугу, подумали обо мне люди. Спасибо им. О, назад у меня дорога будет намного легче, чем сюда. Крис пошел. Ух ты, как идет. И все. Да, понижайка отличная. А что вы там сделали с раздаткой? Другую поставили. Другую, да? Раздатка новая. Антенна. Шапочка на месте. Шины те же. Новые зеркала, я вижу, очень модные. Патрол не проехал. Great Wall лучше, чем патрол.
Так, там кто-то еще сзади едет. Быстро съездили на голь вброд. Понижение. Огонь. Блин, выхлоп как-то не в правильную сторону. Выхлоп в неправильную сторону, говорю. Прямо на меня. Подними пневму, трет сзади. Кразовские шины решают. Ага, вот добавили еще бортик. Классно идем. Застрял? Плыви. Трет опять, Олег. Пневма трет. Так, черкес чуть не проехал. Да, вот это едет машина. Везде. Как он идет, вот это красиво точно было. А зацепили, я думаю, что за рывки зацепили патрол. И едем. А. Ага, нормально идет. Знакомое понижение. Одна раздатка. Олег. Так, Чероки. Да, немножко неправильно поехал. К сожалению, опоздали мы немножко. Долго ехали. Китаец, который очень круто шел со значком Toyota, с маленьким мотором четырехцилиндровым. Половеры машут на том берегу. Справа, справа надо, тут легко сильно, Олег. Правее надо. О, вот это нормально. Сейчас покажу, что тут происходит на глубине. Просто едет. А правее еще можешь? Мы жесть объехали, она вот здесь. Здесь тоже. Поехали вправо, дорогу сделаем. Олег, вправо. Едет везде. Понижение бешеное. Так, там унемог слух, судя по звукам. Самое сложное место здесь. Очень такой вязкий ил. Сейчас посмотрим, застрянет или нет.
Да, почти. Я тут даже на УАЗе как-то застревал. Пока едем, пока едем. Еле-еле, но едет. А теперь уже стоим. Стоим? Да. Застряли. Да, очень становится жестко. Нашли место правильно. Это я направил. Ну, едет, едет, едет. Пробиваем. Прокатали теперь. Ходом выедет. Да, хватает всего и момента, и колес. Посмотрите сзади, какой водоворот. Круто! Также назад! Так, Витя уже на унемоге. Так, вижу. Так, ну мы выехали. Очень легко. Просто на понижении. Да. Что они там делают? Все сели? Поехали. Так, серьезный внедорожник. Знает маршрут. Нормально идет. Сука, где ты убежал? Очень тебя брызгал. Ну, влево руль надо было сильнее. Да? Сразу, ух, иди катайся. Так, Чероки. И фоточки, фоточки. Делаю. И тебе первая. Давай, давай! Леша, правый! Не задерживай! Сюда! Правей! Правей, говорит. Так, дельфин пытается нас обогнать. Сзади пневма, спереди пружины здесь стоят. Красота! Так, УАЗ тут или достали? Не, УАЗ на месте, наверное. Патрул пошел. Не, УАЗа нету. Выняли. В
Вправо, вправо! Вправо! Так, вот где Витя сломал только что у вас. Но есть. Ну тут правее еще жестче. Вправо! Не, ну это монстр. Пневма сзади. Трет колесо сзади. Пневма подвесочка. Не проехал. Блок не срабатывает впереди. Мы на заднем приводе едем. Да, мы на заднем приводе. Мы на заднем приводе. Олег готовит трассу для остальных. Опа! Олег, Олег! Стой, 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 стой! Подожди, я с улицы сниму. Ну как вы тут? Так, знаменитое место у Груши. Ждали, да? Это оно погружается. Да. Вот это правильное место, да? Чуть не проехал, все. Едет на унемоге. Не, пока едет. Мы сейчас Руслана бросим туда воду, и все будет нормально. Привет, привет. Привет. Руслан, ну иди только. Подожди, подожди, не отвлекай. Сила видео приманивает машину. Да, да, да. Да, ниже б давление в шинах. Он не сидит, продолжает бороться. Я уже глубоко ушел. Ну, теперь сел, да, похоже. Вон, с
Все, а подписчики твои прислали лайк, поставили, да? Не, чтоб ты должен ставить лайк. Ну себе. Давай, одевай. На. Рус, так одевай. Тебе, я не могу. Да мне это одевай. Подарок. А, давай. Давай. Так, одеваем подарок. Нет. Нет? Как задом наперед? Стоп. Не, правильно, правильно. Карман спереди, все правильно. Для телефона, чтобы... Так, одеваемся. Так, камеру дай кому-то, пускай кто-то снимет. Все? Все. Ну, как все? Комфортно, сухо. Так, тут пока... Ну как? Там сзади реклама, все знают, что нужно подписаться, поставить колокольчик. Да? Все. Сейчас бородач приедет, будет плакать, да? Ему ж такие не подарили, да? Не-не-не, смотри. 70-ка, 80-ка, все нормально. А додж там есть? Может, сзади. Сейчас, допи... отходи, 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 отходи. Блин, чуть не проехал. Чуть не проехал, ну хорошо шел. Уже на УАЗе не проедет. Не проедет уже? Колесо 1.30 м, оно пухнет. Да, колесо было полностью под водой. Так, у него. Там же где? Мог так на бревно проехал. Там же, где только что был 63-й. Мы успели. Это классическое место. Вот эта груша. Бородач сдал назад. Но едет, тут клиренса хватает и колеса выше. Что, не будет ехать? Не знаю, очканет, наверное. Да, да. Не поедешь? Очканул, прикинь. Не, он тут выехать не выехал. Саня поедет? Не, Саня точно не поедет. Было бы неплохо. А, он задом сейчас поедет, наверное. Или рядом. Ну что-то замышляет, видишь? Да непонятно. Вычислить, что в голове у бородача, практически никто не может. Он непредсказуем, как никто. Наверное, разгон берет, непонятно. Не, поехал кого-то вытаскивать, наверное. Валера такую не проходил еще. Помог. Подожди, ручку, Валера. Я держу. Камеру выключу. Все, Валера, скидывай туда. Ты кстати, что? Валера, позвал. Я прошел, поговори. Дальше сюда не поедет. Дальше, да. Дальше, да. Но вообще он всегда тащил, не разбирался, есть ли позади у него или нет, он просто тащил. Да, уже не тот бородач. Голодный просто, от голода спешит на кухню, видно. Сейчас. А, тут еще не спешит. Что это, Прада?
Юка, какая модная машина. Кого-то искупали полностью в грязи, посмотри. Кого? Его, глянь, он весь грязный, даже крыша. Да, да. Или то Патрол. Оскорбил я Патрол, наверное. Да, это Патрол. Ошибся немножко. Крис, давай так плотно остановимся, да, его не пускаем. Михалыч, давай день рождения отмечать хотя бы раз в месяц так. Спасибо. Да, да. Руслан, тут и пропишется. Блин, тут хорошее место вообще. Показал пример. А что это? А что это? Это не скучное? Ну я передаю тебе, я уже сказал. Ну ты ей рекламу сделай, Олег. Что, с днем рождения. Спасибо. Удачи, побед, здоровья. Хороший тост. Ура! И реклама, можно сразу рекламу? Давай. 11 июля при Луках гонка. Буду рад всех бачить. Окей, договорились. 11 июля. Мы приедем. Для, а? Приедем. Ну так обязательно, попробуй не приехать. Есть время. Правильно ставить вопрос. Были шансы не приехать у меня.